Добрый день, уважаемые друзья, уже буду называть, потому что мы вас ждем здесь, значит, уже надо становиться друзьями. Я директор Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования. В нашем институте мы в основном занимаемся довузовской подготовкой. Поэтому я бы хотела вам рассказать о тех формах работы, которые мы применяем, чтобы к нам приходили подготовленные к учебе абитуриенты. Вы по возможности воспользуйтесь этим, расскажите вашим друзьям, коллегам, родителям. И если кто-то еще учится, ну, в 10 классе, то предложите обратиться в наш институт за помощью, чтобы централизованное тестирование вы все сдали, как уже говорил Юрий Александрович, на 100 баллов. Значит, какие у нас есть формы работы? Прежде всего, подготовительные курсы. Есть двухгодичные. Например, если сейчас кто-то в 9 классе учится, то может прийти к нам в следующий учебный год и записаться на двухгодичные курсы, на которых вы можете проходить те предметы, которые потом будете сдавать на централизованном тестировании. Есть восьмимесячные курсы для 11-классников. Начинают работу с октября и по май. Пятимесячные курсы с января по май. Трехмесячные и краткосрочные подготовительные курсы летом. Вот те, кто поступают на творческие специальности, на архитектурный факультет, они могут пройти обучение с 20 июня, например, этого года, и 3 недели на базе нашего университета предоставляется общежитие, и эти ребята могут ознакомиться с теми материалами, которые они должны потом столкнуться на вступительных испытаниях по творческим предметам. У нас есть подготовительное отделение. Ну, допустим, кто-то из вас не хотелось бы, чтобы не получилось у них в этом году поступить в ВУЗ, но бывает такое. Вы можете обратиться к нам за помощью и поступить на подготовительное отделение, которое также 8 месяцев с октября по май осуществляет подготовку по 3 направлениям – инженерному, экономическому и архитектурному профилю. Только по тем предметам, которые вам понадобятся на вступительных испытаниях, будут проводиться занятия по дневной форме обучения. И также предоставляется общежитие этим ребятам, а мальчики освобождаются от армии на этот срок. Вы можете обратиться также к нам за помощью, если кто-то из вас хочет заниматься научно-исследовательской работой. Наши преподаватели, наши педагоги могут предоставить вам лаборатории, темы, по которым вы могли бы с ними работать, и затем участвовать в конкурсах, которые мы проводим на базе БНТУ. Республиканский конкурс «Техноинтеллект научно-технического творчества учащихся» уже 7 лет проводится на базе нашего университета, и ребята, которые участвуют и побеждают в этом конкурсе, пользуются небольшими льготами при поступлении в БНТУ. Поэтому мы ждем вас, и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете мне задать. Нет. Пожалуйста. Запись на краткосрочные курсы будет осуществляться с 20 июня. Ну, с 1 июня вы можете позвонить там, как бы, ну, приехать и оформиться с 20 июня.